играем в... Использовать свою рожу для компьютерной системы. Кидаю гранату. Да как она так отлетела? Так, пошли дальше. Не шевелись, я подлатаю тебя. Нормально, пошли. Давайте, давайте, давайте быстрей. Что такое? Сейчас я помогу намного лучше. Сейчас попробуем. А, все работает. Я со звуком. Со звуком у меня все нормально вроде бы. Штампуют, но... Будьте начеку. Внимание! У вас нет разрешения на вход в этот сектор. Вы должны немедленно покинуть его. Так, ладно, играем дальше. Так. Автоматические турели. Мы уже сталкивались с ними во время кампании на Среднем Востоке. На первых этажах самые простые турели. Кодовое имя Кобра. Они пытаются атаковать их в лоб. Последствия будут печатать. Мы приближаемся. У этих турелей очень прочная броня. Цельтесь в механические части. Лифт ждет. Дальше куда? Внимание! Вы не имеете права находиться в этой зоне. Ваш пропуск аннулирован. Так, ладно. Нету! Так. Код 104S. Посторонние в закрытом секторе. Службе охраны немедленно найти нарушителей. Так, сейчас. Ладно, прикольно. Турель Мурена всегда появляется в самый неожиданный момент. Ее нужно взорвать немедленно, иначе погибнет вся команда. Дальше мы ничего. Дождитесь, пока персонал отведет вас к выходу. Про команду. Давай, пошли! Тихо, давайте запрыгнем. А, или... Ваш пропуск недействителен. Оставайтесь на месте. До прибытия сотрудников службы охраны.
Сейчас тебе станет лучше. Так, блин, у тебя сейчас сольюсь. Внимание! Вы не имеете права находиться в этой зоне. Долгу. Ваш пропуск аннулирован. Слишком просто. Слишком пошли, просто. Пошли, пошли! Так. Спешите, это все, я не понимаю. Давайте, да. Сам вот.
жители в секторе 4. Офигенно. Давайте. Какого черта тут столько охраны? Они ждут, что здесь будет принимать горячие ванны сам президент? Мы вчетвером сдачи. Да. Внимание! Это частный комплекс. Мы не гарантируем вашу безопасность, если вы немедленно не покинете его. Дай дам. Этот сектор под запретом. Вы должны покинуть его. Пошли! Окей. Нарушители в секторе. Окей. Источник энергии располагается на полу, сразу за щитом. Лучший способ уничтожить дикобраза – бросить гранату прямо в люк. Немедленно покиньте сектор 12. Повторяю, немедленно покиньте сектор 12.
нет! Тихо. Это где? Вы находитесь в запретной зоне. Служба охраны не несет
Товарищ на месте! Нарушители в секторе! Спас кого-то, прикольно. Хотел никого спасать. Стрелизован, вперед! Держись, бойцы! Только турели в какой-то лаборатории! Что они тут так тщательно скрывают? Почему меня? Почему я слил? Тварь. Ваше присутствие на этом уровне нарушает защитные протоколы. Мы будем вынуждены принять меры. Двигайтесь к цели! Никто не сливает меня. Как будто кроме меня здесь никто не играет. Играю только я. Уже по 5 раз люди просливались. Спецподразделения противника используют экспериментальное энергетическое оружие. Оно обладает огромной мощью, но долго перезаряжается. Немедленно покиньте служебное помещение. Иначе мы будем вынуждены применить силу. На 200 тысяч, ребят, я набрал. Но с одной сверху. Ладно. Чем это самый прикол? Остановитесь. Это закрытая остановите, зона. Остановите. Витя. Витя, надо выйти. Так. Бота. Еще одна бота. Паха, что там? Я вас тут. Бить. Отстаньте от меня, бить. Бить вам надо. Вы находитесь в запретной зоне. Служба охраны не несет ответственность за вашу безопасность. Бить. Что там с вами? Это сердце под запретом.
сектор под запретом. Вы должны покинуть его. Сейчас. Пора на следующий этаж. Что за хера очень? Так, ладно. Килов. Охренеть, ребят, охренеть. 300 килов. Ну не впервые, ну ладно. Хоть один килл, но... Ваше присутствие ладно. На этом уровне ох, нарушает защитные протоколы. Мы будем вынуждены принять меры. Что будет дальше? Выйдет мне отсюда. Я помогу. Погнали. Резы. Немедленно покиньте служебное помещение. Иначе мы будем вынуждены применить... Тихо. Тут вышел один. Где зарядка? Блин, ты куда приедешь? Я не вижу теперь этих хрени. Законов.
этот сектор под запретом. Вы должны покинуть его. Нарушение активации защитного протокола 1-4.
ждем? И когда он поедет назад? Так, это вот берем. Так, окей. Едем сюда. Так, идем сюда. Тихо, блин. Так, окей, погнали дальше. Тащите. Внимание персоналу. Немедленно покиньте сектор 12. Повторяю. Немедленно покиньте сектор новейшему оружию Блэк. Тихо, чап. Берите бластер и представьте, что вы супергерой. Нарушители всех.
секторе. Возьмите бластер. Стреляем, ребята, наконец-то мы дошли до конца. Это 13 уровень, мне наконец-то дали доступ к этому сраному оружию, с которым мы, в общем, не встретились в прошлом прохождении вулкана на легком, и мы, в общем, там просрали. Не. Механизм, не около себя стреляйте, пожалуйста, ребятки. Не около себя отводите. Ладно, идем сюда. Так, ладно, мочим дальше. Таймс-то число. Так, 400 тысяч, ребята, охереть. Так, ладно. Найдите укрытие. Сейчас, разрешаюсь, ладно. Где? Погнали. На два перезалезка. Ай, почему нету? Почему же у меня пропали они? Так, что случилось-то? Почему? КП-то почему нет? Блин, дальше что?
Посмотрим, что нам дадут. Так, нам дали 600 всего долларов. Очень достаточно мало, но... Ладно, мы хотя бы вулкан прошли. Это легко, ребят, это не сложно. Это вот... Ладно, хоть что-то. Честно, хоть что-то дали. Хоть я починю, наверное, все это дело. Но, ладно. Посмотрим, что мы получили, что нам дали. И вообще, 1000 опыта, это очень мало на самом деле. Не знаю, могли бы и дать еще. Я не знаю, это очень мало. Но мы прошли достаточно таки хорошо. И нам дали даже короны. Синхронизация. Открываем коробочку. И нам выпадает шлем штурмовика Магма. И 200 хп. Ребят, все, мы прошли. Давайте это все примерим. Пока что у меня здесь есть. Так, открываем это все.
снаряжение. Давайте посмотрим, что это нам дает. Это нам дает, если это дает 70 и 70, то это немного херня, короче, одним словом. Не советую. Так, ну вот и все. Это я оставлю себе. Осталось 22 часа. На этом стрим наш заканчивается на сегодня. Но не забывайте, что мы еще будем стримить. Мы будем почти что каждый день стримить по Warface. Я это все буду выкладывать. Ну, стараться выкладывать почаще видеоролики. Вот, вроде все. Все, я ничего больше не потратил. У меня осталось 2000 варбаксов. Вот и все, ребят. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Nubass Company. Он будет уже переименован в Новасов. Просто название Новасов. Просто как моя фамилия. В общем, пишите комментарий под видео. И всем удачи, и всем пока.